если ты любишь смотреть видосики на ютубе, тогда успей поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в игрушечку «Годзилла против Кинг-Конга». Но вот эти вот ребята попали в это видео, так как написали много хороших комментариев. Ты тоже сможешь попасть в следующий ролик, если поставишь лайк и напишешь какой-нибудь комментарий. Ну а мы с вами видим то, что на нас начинают нападать какие-то монстры, ребятки, и давайте будем их потихонечку бить. Мы играем с вами за Кинг-Конга, вот такого вот громадного. Кстати, пиши в комментариях, как ты считаешь, кто сильнее, Кинг-Конг либо Годзилла? Потому что, ребятушки, игрушечка называется «Кинг-Конг против Годзиллы». И сейчас нам, я так понимаю, нужно выбрать способность. Мы с вами выбрали способность атака, и у нас здесь огонечек светится, ребятушки. Я думаю, что мы должны с вами его сейчас использовать и посмотреть, что же произойдет. А Кинг-Конг, в принципе, как и из фильма, ну, кто смотрел, конечно, последнюю часть «Кинг-Конг против Годзилла», то, ребятушки, там, получается, у Кинг-Конга был вот такой вот топорик. Он, в принципе, и здесь у него есть, да? Ну, ладно, пока что... О, вот и монстрик, привет. Но этого монстра, думаю, что мы, в принципе, так можем обезвредить. Но этого давайте мы ударим своей суперспособностью. Бам! Ничего себе, мы прям волну какую-то пустили, ребят. Ты тоже хочешь получить, да? Но держи тогда по голове. В принципе, тоже, ребятушки, с первого раза мы его уничтожили. Также мы здесь сами зарабатываем себе деньжатки, чтобы прокачивать себе Кинг-Конга, но также, наверное, прокачивать, ну, либо покупать себе других каких-то монстричков. Окей, давайте тогда будем идти вот в эту вот в сторону. Я думаю, что здесь должен появиться портал какой-то. Да, портал появился, ребят, и мы в него заходим. И снова мы находимся на суше. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, тут, короче, только два монстрика. Мы сейчас обезвредим, ребятки. Мы это с вами сделали вообще без проблем. И все, это конец карты. Короче, ребят, карта здесь довольно-таки маловатенькая. То есть мы уничтожаем с вами парочку монстров. Вау, это было довольно-таки эффектно. Даже очень. И у нас повысился какой-то статус. Давайте мы выберем защиту, чтобы у нас она немножечко улучшилась. Так, и я думаю, что нам нужно направляться, ребятки, уже в другое направление. Тут, скорее всего, будет портальчик. Кстати, ссылочку на данную игрушечку я могу оставить в описании. Но либо же пишите тоже в комментариях, если она вам понравилась, то я обязательно сыграю в нее еще раз. Бум! Сразу двоих, ребятушки, мы ударили. Вау-вау-вау-вау-вау, тут куча монстров появилась. Ребятки, прям очень много монстриков, давайте их гасить. Я вижу, что у меня здесь довольно-таки мало здоровья осталось. Блин, а мне проиграть не очень хотелось бы. Воу, ребятки, на нас, наверное, сейчас будет монстр какой-то нападать. А как нам его обезвредить? Ладно, давайте мы сначала вот так вот ударим. Бам! Так, отлично. Мы нанесли по нему удар, и также мы еще, ребятки, здесь можем прыгать, оказывается. Так, прыгаем и... вот так вот наносим удар, ребятки. Прыгаем и наносим удар. Давай-давай-давай, Кинг-Конг, подпрыгивай, я тебя умоляю. Получай. Еще вот это вот красный, блин, она у нас не активировалась, к сожалению. Ребят, как бить этого гиганта, я не знаю. Мне кажется, что меня сейчас просто уничтожат. Блин, Кинг-Конгушка, я так не хочу, чтобы ты погибал. Давай-давай-давай-давай. О, блин, мы все равно попали под лазарь. Ребят, смотрите, мы бьем эту машину, но что-то ничего не происходит, и в итоге она нас уничтожила. Я думаю, что нам нужно немножечко прокачаться. Я думаю, что мне пока еще очень рано нападать на тех монстров, потому что, ну, довольно-таки не сильный. Давайте мы лучше с вами повыживаем за Годзиллу. Посмотрим, кто же круче. Вау, смотрите, лапой мы его ударили, и все, ему хана. Мы с ним разобрались. Так, кто следующий, а? Кто, ты будешь следующий? Дай-ка я тебя своей способностью... Нет, способностью пока я ударить не могу. Видите, ребятушки, такая вот фиолетовая шкала вверху. Я думаю, что когда у нас будет она полная, тогда мы уже можем ударить своей способностью. А пока мы просто... ну, как бы бьем лапками их, да? А, все, смотрите, мы уже можем бить этой способностью, но я пока что не хочу ее использовать. Ребятки, я хочу ее чуть позже использовать. Вот, например, сейчас вот... Ой... На, получай. Ну, конечно, мы, ну, как бы не прямо в него стрельнули этой штукой своей, но мы его, ребятки, сами обезвредили. Ладно, давайте тогда будем идти к порталу. Где-то он, вот наш портальчик, отлично. Я думаю, что вот таким вот образом, ребят, мы можем выживать с вами очень долго. Тут, кстати, должны быть такие прям очень мощные монстрики. Пока что, конечно, вот такие вот слабенькие тут против нас сражаются, но со временем они, наверное, станут немножко помощнее. Смотрите, какие монстры на нас идут. Кстати, мы тоже можем вот сыграть за вот этого вот, ребятки, монстра, которого мы только что обезвредили.
но его нужно покупать за кристаллики. А кристалликов у нас здесь довольно-таки мало, но я думаю, что со временем мы с вами, конечно же, их сможем заработать, моя мега мощная Годзилла. Я бы хотел, конечно, ее прокачать. Давайте мы постараемся прокачать нашу Годзиллу. Давайте мы зайдем домой. Теперь смотрите, ребятки, вот наш монстр. Выбираем Годзилла и делаем... А, блин, не хватает у нас, конечно, монеток, ребятушки. Почему-то у нас их не хватает. И здесь что-то очень все дорогое. А можно, например, за кристаллики купить монетки? Так... More games, значит, и гема у нас не хватает. Здесь просто игрушечка немножечко ключная. Видите, не показано, сколько у нас здесь есть кристалликов. Видите, за каких мы можем монстров играть, ребят? Из-за этого тоже мы можем играть монстра. То есть у нас здесь 4 монстра, за которых мы можем играть. Годзилла и Кинг-Конг, они у нас как бы бесплатные идут. А те уже остальные монстры, ребятки, идут у нас платные. Вот видите, можно сыграть еще раз режим с боссом. Вот, смотрите, здесь очень много стейджев. И вот за выигрышный бой мы, ребятушки, с вами получаем 500 монеток и один кристаллик. Давайте мы еще попытаем свою удачу и постараемся уничтожить этого монстра. Ребят, если честно, я не знаю, как его уничтожать. Будем дожидаться, пока, в принципе, это вот... щит перестанет действовать. Так, давай-давай в сторону уходим, ребятки. В сторону уходим, уворачиваемся от этих щитов. Ой, от этих щитов, от этих шариков. И когда у него щит пропадет, мы просто начнем его, ребятки, с вами атаковать. Да, попробуем. Давай-давай-давай, бей-бей-бей-бей-бей-бей-бей. Оу, он попал по мне, да? Так, а мы можем так вот сделать, держи. Ох, хорошо, очень хорошо. Теперь лапкой бьем его. Давай-давай-давай, бьем-бьем-бьем. Все, ребят, я, кажется, понял, как мы его выиграем. Ребят, я понял, как мы его выиграем. Смотрите. Так, уворачиваемся от этой штучки. Но нам главное ждать, пока эта вот фиолетовая у нас перезарядится штучка, чтобы мы его могли обезвредить. Давай, воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не-не-не-не-не-не, нужно уворачиваться. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, вроде бы мы потихонечку уворачиваемся с вами, ребятки. Давай-давай-давай, отлично, отлично, мы это с вами делаем. И сейчас у нас фиолетовая штучка уже перезарядится, ребят. Атакуем, атакуем и подходим быстренько к нему. На, получай. Есть, мы его, походу, уничтожили, да? Давай мы еще добьем его лапками. Отлично, мы с вами справились с этим монстром, как же круто. Раунд 2. Нам нужно сразить Кинг-Конга. Да ладно, только после того, как мы сразим всех этих чувачков, тогда мы получим какую-то способность. Ну ладно, с Кинг-Конгом, ребят, будет, я думаю, попроще немножечко. Так, привет, привет, Кинг-Конг, давай, давай, на, получай, получай, получай. Бьем его, ребятушки, бьем этого, эту какашку. Вот, блин, так, фиолетовая штучка у нас еще не перезарядилась. Блин, он нас сейчас обезвредит, ребят, давай, давай. Он нас уничтожил, капец, ребят, все-таки, видите, так не нужно было делать, вот как я поступил. И сейчас с кем мы будем сражаться? Снова с первым монстром или с Кинг-Конгом? Если с Кинг-Конгом, то я бы, в принципе, я бы обрадовался тогда еще раз с этим монстром сражаться. Мне, если честно, не очень сильно хочется, но я уже зато понял, ребят, как нужно его уничтожать. То есть он довольно-таки слабенький, этот монстричок. То есть нам нужно выиграть 5 боев, и только тогда мы с вами получим, в принципе, те кристаллики. И за кристаллики мы тогда бы смогли купить себе новых монстриков. Так, окей, сейчас у нас будет способность. Держи, лови. Отлично, теперь мы подходим, ребятки, начинаем просто гасить его. Давай, 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 гасим, гасим, гасим. Лапками бьем его, отлично, все, в сторону уходим. В сторону, ребятушки, уходим. Он нас еще разочек ударил. Ну, то есть этот монстр довольно-таки слабенький, ребятки, да. Слабенький, слабенький. Так, уворачиваемся, уворачиваемся от этого всего дела. Давай, 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 подпрыгивай, подпрыгивай, тебя умоляю. Так, ну мы должны, ребятки, здесь выжить. Он, конечно, нас догнал в тупик, видите. Все эти шарики летят в нас, но у нас будет сейчас перезарядочка, я уверен. Так, давай, давай, давай. Блин, все равно эта штука попала по нам. Так, отлично. И перезарядка. Давай, держи. На, получай. Отлично, ребятки, мы его уничтожили. Так, еще лапками немножечко добьем его. И снова нам нужно сразиться с Кинг-Конгом. Ребят, нам снова нужно аккуратненько это все делать. Не нужно просто так вот брать и нападать на него, на этого гиганта. Нужно, чтобы фиолетовая шкала у нас с вами перезарядилась. И только вот потом мы уже можем на него нападать. Так, давай, она заряжается пока что. Мы пока что, ребятушки, с вами ждем. Отступаем даже немножко. А кто больше? Кинг-Конг больше Годзиллы? Ого, ничего себе. Но этого, конечно, не может быть. Ждем еще совсем немножечко и атакуем. Ребятки, атакуем. Давай. Бам, отлично. А что, мы смазали по нему? Да ладно, я что, смазал по этому Кинг-Конгу? Вот, блин. Так, ребят, давай, 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 в сторону убегаем. Если честно, Кинг-Конг еще пожестче, чем так, чем тот монстр, оказывается. Ну как мне его бить, ребят? Может быть, подпрыгивать его так вот гасить? Лапками. Все, он меня добил. Он меня просто взял и уничтожил. Ребятушки, на этом свое видео я буду заканчивать. Если оно вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. А с вами был я, Алексис. Всем удачи и пока.